Нет? Меня зовут Сэкирю, я тот художник, что рисует всем и все. На этом видео я рисую портрет себя и своей мамы, и для меня этот портрет как переосмысление наших взаимоотношений. После переезда я поняла, что всю свою жизнь я относилась к своей маме с позиции обиженного ребенка. И несмотря на различные разногласия, я все равно очень люблю свою маму, ведь было множество приятных вещей. Моя мама любит меня по-своему и заботится по-своему, даже если я этого не вижу, или она это делает не так, как мне бы хотелось. Она выслушивает все мои истории, которые может даже не понимать или считать бредовыми, и считает их интересными. Да, сейчас после приезда мне где-то иногда не хватает ее, но знаете, я почувствовала, что я стала взрослее, что наконец-то я могу сделать какие-то самостоятельные шаги вне зависимости от того, что скажет моя мама. И для меня это